Красота начинается с любви к себе в полном смысле этого слова. Уважать свои природные данные, развивать в себе индивидуальность. Кристина научилась сама и становится ярким примером для других. Ее красота выходит за рамки общепринятых норм стройности, но входит в понятие женственной чувственности. Довольно глупо разделять, а девушки такие и девушки такие. Это девушки, и они все прекрасны, и это настолько круто. Потому что были бы одни девушки, это было бы некрасиво. Это, знаете, как повидло из пирожков выедать. Оно будет настолько приторно и настолько неинтересно, что я стараюсь не делить моду на ту, моду на эту, на худых, на полных, как бы ее там ни называли. Нормальных, ненормальных иногда, специфичных, специфичных, неспецифичных. Вот. Я такая, и я хочу преподнести это. Следить за собой – это удовольствие, утверждает Кристина, как, впрочем, и быть женщиной. Кристина – модель. Так что стоит выходить из стереотипного мышления, что модель обязательно должна быть худой. Как видите, модель может обладать не только формами, но и внутренним сиянием. Мне писали девушки, и они говорили, что на моем примере они могут видеть, как они могут выглядеть красиво в этой форме. То есть это не балахоны, это не какие-то зализанные там волосы, или наоборот, как девушки любят на лицо, думая, что это их стройнит. Но это не стройнит. Это не стройнит. И пишут, и не раз писали, и не два. Я рада, что их мировоззрение поменялось, они поменялось их отношение к себе, а значит, и поменяется отношение людей, которые ее окружают, к ней. Они начинают себя любить, и это здорово. Кристину всегда тянуло стать моделью, и она начала пробовать. Кастинги иногда утомляли девушку, и стоит признать, что часто ее хотели перекроить. Но девушка стояла на своем «я красива». В конце концов, ей удалось выработать свой собственный стиль, стать узнаваемой и найти признание в модельном бизнесе. Теперь Кристину зовут именно для того, чтобы она украсила одежду, а не наоборот. Мой стиль, он не вычурный. Я люблю в повседневности добавлять туда какую-то немножко изысканность. Это могут быть какие-то очень жесткие сережки. Это могут быть каблуки. Я обожаю каблуки, стараюсь всегда ходить на них. Это маленькая страсть такая, каблукам. Стараюсь делать женственный макияж. Походка. Она всегда будет более мягкой, чем... Она не будет резкой, она не будет кричащей. Нет, это та напористость, которая очень смягчена, углы смягчены. И я думаю, это и есть мой стиль, что я никогда не буду грубить, я никогда не буду резка. В гардеробе красотки преобладает одежда синей и черной гаммы. Никаких балахонов, которые скрывают как недостатки, так и достоинства. Кристина любит подчеркивать свою уникальность. Она точно знает, на что стоит поставить акцент, а от чего в одежде лучше воздержаться. Надо подчеркивать фигуру. Скрывать недостатки, как и везде, и у каждой девушки, наверное. И подчеркивать достоинства то же самое и в случае с девушками, которые носят больше размера 50-52. Они скрывают все, вот в том-то и дело, понимаете? У них очень женственные формы. Это же настолько красиво, это настолько мило, это настолько сексуально, в конце концов. А они скрывают все. Итак, рецепт красоты от Кристины. Платье, юбка-карандаш, брюки с завышенной талией. Подведите глаза, распустите волосы, выпрямите спину и наденьте каблуки. Вы готовы? Девушки, не стесняйтесь своей красоты. Делитесь ею щедро и без оглядки.